В Самарской области по поручению главы региона Вячеслава Федорищева увеличена единовременная выплата при заключении контракта о прохождении военной службы. В общей сложности заключившие контракт получат 1 миллион 205 тысяч рублей. Подробную информацию о поступлении на контрактную службу и выплате можно узнать в пункте отбора на военную службу или в любом из военных комиссариатов. Я вот по собственному желанию уже, честно говоря, не маленький возраст у меня. Решил пойти, долго думал, не один день, чтобы быстрее всю эту нечисть отсюда убрать, чтобы наши дети в дальнейшем хорошо, в будущем, вернее, все складывалось у них хорошо, жили, чтобы лучше, чем мы. Чем больше народ туда пойдет, тем быстрее все закончится.